Привет, друзья! Такая тема. У благоверной день рождения, а я не могу вытащить пробку. Чуть не порвал себе жилы. Это просто какой-то кошмар. Это просто какой-то ужас. Без токарного станка и бутылку не откроешь. Уже, кажись, пошло. Вот так. И так будет с каждым. И давайте посмотрим, что оно такое. Вот такая бека. И вот такая пробочка. Самое дешевое вино. 86 гривен. Где? Вот это? Вот это? Да. Это 90. А, 90, да. Извините. А я такой не по 86. Дорогущий. А зачем ты смотрел в вино? Скажи, ну, я взял шампанское хорошее. Вот это. Маме. Но нам очень жалко. А где оно? Ну, вот шампанское хорошее. А, вот это шампанское. Да. Может, шампунь? Дорогущее. Ты ничего не передал? Вся твоя зарплата, да. Вся твоя зарплата. Нифига себе. Шампусик. Сейчас я не могу, у меня руки надо чистые протереть, потом открывать жирными. Дырку не протри, поплевать надо. У меня уже есть дырка. Здесь дырка есть у меня уже. К сожалению, так случилось. Сегодня утром закрывал ноутбук, потому что-то попало, я хряк его. Но не в матрице, а в пластике хоть дырка. Открыл. О, силище. Да где же открыл? Да, все открыто. Вот, все. Да, точно. О, мне вот нравится, что я еще не приехали, что я все успеваю. Да что ж ты успеваешь? Сейчас еще ничего я нету. Еще что, форшмак? Вот это что, форшмак? Это не форшмак. Нет. Это один из моих любимых блюд. Мое любимое блюдо? У меня есть любимое блюдо? Да, ты мне посмотрел. Я уже не помню. Тумьям? Не понятно. Ты сказал мне, что? Судя по запаху, ты сказал мне, что с чесноком? Синенький с чесноком получили, да, хорошо. На столе пусто, боже мой. Так сейчас я же еще подаю. Это что? Открыли. На столе. Приятно. Что туда? Опаньки. Давай сумку сниму. Я люблю свечи в доме. Мне это не нравится. Банкет окончен. Всем пока. Все, понедельник.